Что ж, новый день, новые приключения. Мы продолжаем наше путешествие. Мы идем вдоль такой вот горной речушки. На этой горе сзади есть смотровые площадки и пещеры. Но мы туда не пошли, потому как у нас не было времени, не хватило времени. Наши испанские путешествия по горам заканчиваются, и мы хотим сейчас добраться до Сантандра. Мы хотим попробовать автостоп. Вот Александра уже пробует, но никто не останавливается. Какие твои впечатления о горах? Замечательные, особо горные реки. С прекрасной женщиной, которая нас подвела. Это, кстати, был мой первый автостоп. Александра показала мне, как это все происходит. И посмотрите, где мы сейчас. Мы на дне моря. Ребята, мое путешествие по Испании близится к концу. Только что распрощались с Александрой. Она осталась в хостеле, она еще будет здесь один день. А я сейчас направляюсь в Сан-Себастьян и вечером уже буду в Бордо. На этом, пожалуй, все. Благодарю за внимание. Успехов вам!